Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 апреля. У нас идет продолжительный период похолодания. И сегодняшнее хочу поговорить на очень важную тему. Какая температура может стать для рассады томатов критической? При какой температуре можно оставить вот эти саженцы, сеянцы в теплице, в холодной? А когда уже лучше заносить домой? Я вот сейчас покажу вам градусник. У меня вот здесь 15 градусов. Это еще температура нормальная. Но ночью, естественно, она ниже, потому что у нас сегодня ночью было минус 4. Сейчас я поднимусь на подставочку, чтобы мне было удобно. Сегодня ночью у нас было минус 4. У нас сейчас вот днем, утро, минус 1 там на улице. Снег не растаял, вокруг лежит снег. Если вы посмотрите... Видно, видите, белым-бело. Там снег у нас, все в сугробах. Мы третий день завалены снегом. И самая холодная ночь у нас будет с четверга на пятницу. Минус 8. И вот всех многих интересует. У многих рассада вот так же выставлена, как у меня. В теплицах, в холодных, необогреваемых. Ну как необогреваемых? Что-то там включают, какой-то обогреватель, кто-то какую-то ветродуйку. Ну, все-таки, вот до какой температуры можно оставить эту рассаду? Как не загубить растения? А то, понадеявшись, что они выдержат эту температуру, можно прийти утром, она сварится. Сейчас начну все по порядку. Я всегда говорила, что критическая вот такая отметка, вот я считаю по своим наблюдениям, 10 градусов. Но это все были общие такие сведения, что ниже лучше не держать, лучше уносить. Это когда у нас все спокойно, тихо, когда выносите вы на балкон, и когда вы можете 2-3 лотка унести, занести. Но когда ситуация вот такая, что уже саженцев много, сеянцев, что мы уже вынесли почти многие, и тут уже можно более конкретно поговорить, детально, потому что вот эта температура зависит еще от сорта, от возраста рассада. Я сейчас постараюсь все вам нюансы рассказать, потому что сейчас уже ситуация у всех разная. Вот смотрите, вот стоит у меня рассада, вот эта, которая вот эти толстоногие сибирские. И вот стоит рассада, вот видите, вот другая совсем у нее фактура, это вот тоненькие. Так вот, между сортами есть очень большое различие. Если вот эти толстоногие, холодостойкие, они могут выдержать и 5 градусов, то вот те, если у вас такая критическая ситуация, лучше занести, если опускается ниже 10. А эти, если дома нет уже места, то можно оставить. Короче, в первую очередь заносим индетерминантные, то есть делаем им более тепло. Или, например, если места под дугами не хватает, всем под укрытием. Укрываем в первую очередь индетерминантные, высокорослые, вот эти с длительным периодом, крупноплодные. То есть неженки-капризули, которые мы и сеем раньше, и выращиваем дольше. У них, вот у которых, видите, у них и стебельки такие, они выше. А вот этим вот дубкам, видите, у них совсем другая структура стебля, и у них совсем другие листья. Вы даже видите различие, что это листики тоненькие, вот такие вот прям тоненькие, нежные, я их называю ивушка плакучая, а у этих толстые такие, мясистые. Томаты с толстой, вот с такой бугорчатой, такой вот корявенькой листвой, они переживают лучше понижение температур. Вот рядом ивушки плакучие стоят. Они при малейшем понижении минус 10, может быть, они и выживут, не погибнут, но они испытают глубочайший стресс и будут долго отходить. И у них и корневая система более нежная, восприимчивая. А вот эти, значит, поняли, что все томаты у нас делятся на холодостойкие и на или теплолюбивые, или менее холодостойкие. Вот так вот. Этих можно оставить. Вот эти, помните, я говорила, что они у меня на закаливании, когда я закаливание отменила, они стояли вообще в огородной теплице, в холодной, предпоследнюю ночь. Когда я пришла, там было всего 5 градусов. Они, конечно, съежились, они вот так прижались друг к другу, вот так вот плотненько-плотненько, как бы грея друг друга. Но все-таки я их сюда принесла, ничего с ними не случилось, и я за них спокойна, потому что
Вот эти сорта, такие как Настенька, Демидов, Сибирская тройка, Петруша, Огородник, и пошли все снежные, Полюс, Таймыр, Аляска. Я их все выращиваю в тоннелях, и там иногда и 2 градуса, и 1 градус. Все равно они вот так сожмутся, скукожатся, но терпят. Они из последних сил, но терпят. Значит, на них вы можете положиться. Дальше еще один нюанс. Возраст рассады. Вот смотрите, вот это у меня не толстоногие. Видите, как от холода они... Их даже можно увидеть, что они вот так вот, как листики, так кверху все. И там тоже в нормальных условиях они же вот так у них, ну, в разные стороны листики. А тут они скукожились, лист вверх, все. Возраст рассады. Конечно, вот такая молодая, юная рассада, она более восприимчива к понижению температуры, чем вот такая, которая уже взрослая, вот видите, толстый стволик. Ей уже это понижение, даже если чуть поменьше 10 градусов, ничего не будет. Ну, а вот это, ну, конечно, здесь стебельки тоненькие, ее чуть прихватит. Даже говорить страшно, что с ней будет, если, например, будет пониже температура. Значит, те, которые повзрослей, вот с толстыми, вот с такими стеблями, она уже может пережить больше понижения, чем вот эта вот молодая. Значит, мы различаем по сортам, по возрасту. И еще политая, хорошо пролитая рассада, ну, в смысле, чтобы увлажненный был грунт, она тоже переживает понижение температуры, как сказать, более пониженная температура может пережить, чем сухая. Сухая при этих же показателях может погибнуть. Все. Вот это мы узнали. Теперь, значит, по показателям, вот смотрите, 10 градусов выдерживают все томаты, можете смело. Если 8 или даже 5 у вас опускается, подогреть нечем, бывает, что электроэнергию отключают, или там, ну, всякие у нас форс-мажорные обстоятельства, значит, ту рассаду, которая совсем молоденькая, которая с тоненькими стебельками, с нежными листиками, мы стараемся в первую очередь в эвакуацию, а которая взрослая, у которых толстые стволики, которые холодостойкие сибирские сорта, мы можем смело оставить до 5 градусов. Но это... Но вот эти мои слова вы не воспринимаете как инструкцию. 5 градусов, это я уже говорю на крайний случай. Если, например, уже вынести, занести некуда, девать ее некуда, или вы вывезли в дачный там участок куда-то далеко, вообще это не норма, 5 градусов. Меньше 10 лучше не делать ей такие испытания, это будет стресс. Но все-таки 5 градусов, взрослая рассада, рассада холодостойкая, ой, извините, выдержит спокойно. Вот это расширенное такое объяснение, основываясь на своем многолетнем опыте, я вам говорю, что вот такие показатели, можно и 10, можно и 5, но смотря какой сорт и смотря какой возраст рассады. До свидания. Ничего страшного с ней не произойдет. Сейчас в следующем видео я расскажу, как можно помочь, как сохранить лучше вот в такой холодный период. Когда вот сейчас я стою, днем у меня 15, а ночью у меня здесь 10-8 градусов. Ясно, что растения переживают стресс. Значит, мы должны как-то их поддержать. Что сделать, чтобы выйти с наименьшими потерями с такого холодного, с длительного похолодания? А, еще хотела про продолжительность, забыла. Еще имеет значение, какой период будут находиться они при этих 5, при этих 3 градусах, при 6. У нас раньше было обычно как днем тепло, хорошо, а на ночь раз похолодает, например, там кратковременно опустится. Ночь они переживают вообще безболезненно. Но вот сейчас у нас затяжное холодание, и будет у нас всю неделю, то есть 5-7 дней мы будем вот так вот испытывать наши томаты. Ни днем нет тепла, ни ночью нет тепла. Это, конечно, уже более... Это хуже. Им очень тяжело в этот период. И если, например, одну ночь... Они могут выдержать вообще очень низкую температуру. Перепадик такой раз, например, было хорошо-хорошо, потом раз опустилось до 5. Но это обычно, когда вот в заморозке опустилось до 5, до 3. И вот такие сорта даже не замечают. Но если уж неделя и больше, если установилась длительная такая холодная погода, то лучше, конечно, если есть возможность, занести, не держать их в таких экстремальных условиях продолжительное время. И еще зависит от того, я вот вам показала здесь 15 градусов, но это здесь вот наверху,
А вот там, которые ниже расположены, у них же еще ниже температура. И вот там, которые у стенки, вот когда будет минус 8, у стенки холоднее, вы это тоже учитываете, что температура, вот, например, по всей теплице, она неравномерна. К стенкам лучше ставить холодостойкие. Я всегда вот такие, я сейчас буду перемещать их здесь, холодостойкие выставляю к стенке. А вот эти неженки буду менять местами, потому что после завтрашней ночи мне нужно приготовиться. Я занести их уже не могу, их слишком много. Как-то будем сохранять. Сейчас буду делать опрыскивание и буду все вам рассказывать.